тебя техник сегодня? Да. Здравствуйте. Привет. Привет, привет. Какая штука вот эта клевая. Иринка. Привет. Привет. Ты уже... Все, ты в эфир попал. Рок. Играем музыку преимущественно рокового направления. У вас гастроли, да, вы тут это? Потом посмотрим, место нам очень понравилось, очень хорошие тут художники. Спасибо. Группа поддержки. Расскажите, пожалуйста, о пожаре Нотр-Дам-де-Пари. Ты смотрел, ты смотрел, как с профессиональной точки зрения? Должен сказать, с профессиональной точки зрения такой. Да не так вы тушите, тупые французы. Все вас учить надо. Конечно, это ужасно. С любой точки зрения. Чашки, чашки. Это то, что мы не видели в прошлый раз. Да, то, что мы не оценили. Не заценили. Вот, да. То, что не все собрались мы. Роцк. Роцк. Да. Роцк. Роцк. Такое благостное помещение. Чё там вкуснота? Сейчас увидим. Пойдем, я тебе покажу одну штуку. Тут с Аркадием переписывался, в общем, мне это подсказал педальку и заказал себе. Уже. Сейчас где тут? С фотографией Аркадия, я всем рекомендую. Аркадий. Вот, смотри. Джойо. Джойо? Да, что он Павел, вот. Площадку? Такая... Я нашел гитары хорошего это я просто качества не... это я просто не... в китайщине. Это я просто не его спрашивал про... На фотографиях уж очень хорошо выглядит. Гитара-то? Да, электрические. Просто я это, как собаку подбирал, сам себя подбирал, mm-hmm. и стал у него это спрашивать, говорю, а что это так, как бы это... Что за звук? Откуда звук? Нет, я помню, откуда звук. Привет. Я помню, откуда звук, я просто говорю, блин, и мы с ним начали обсуждать эти. Какая это из педалей? А там знаешь, какие были эти, типа. Сереж, возьми у меня телефон. Тюб скример. И он сказал, что это даже возьми лучше. Возьми у меня телефон. А знаешь, сколько стоит? Ну, чтобы у тебя интернет работал. Нет. И стоит 1650 рублей. Кепка переходит вот у нас. Да я вас на видео снимаю. Вот. Ну что, говнюк, споем? Потому что подружки так и говорят, говнюк, вот тебе тоже кепка прилетела. Как это острые козырьки, как там. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out to play? Мы даже не заметили, что кто-то ушел. Все праздники отметили, и все хорошо.
Сидели за столом, играли в рок-н-ролл, потягивали пиво, смотрели футбол. Паскудар и гол, годы-гады идут. Годы-гады идут, годы-гады, у них угадан годов. Один маршрут так надо. Да. Привет всем из Сузаря! Ура! Да здравствует! Ты сейчас уронишь! Да здравствуй, деревянное зодчество! А не качается! Ой! И я хочу снять вот то место, где мы. То место, где мы репетируем. Центр культурного развития юбилейный, город Дресна. Ты хочешь, чтобы я тебя культурно развил сегодня? Я хочу, чтобы ты. Я хочу, чтобы ты культурно ничего не разлил и не разбил. Вот, мы идем репетировать. Что-то я кто-то там. Там у них и барабанщик. О, ужас! Они же, я думаю, барабанщик. Да, они нас заменили, наверное. Я слышу звук. Олег, рад тебе. Что-то происходит. Да, он играет и... Вот он. Бойся 228. Получается. Но... Ты наиграл квадрат и теперь играешь? Все, прикольно. Здорово. В небе звезды зеленеют, красный доллар душу греет. Я иду в одной рубахе, фиолетовой папахе. А в вагонах метро хрустали стекло, люди в белых халатах, на лицах светло. Люди в белых халатах, на лицах светло. А за мной шагают дуры и несут макулатуру. А за ними едет слон, он везет металлолом. А в вагонах метро хрустали стекло. Светло. А в ночь
телогрейке, кавалер в зеленом фраке, рядом кошки и собаки. А в вагонах метро хрустали стекло, люди в белых халатах, на лицах светло. А в вагонах метро хрустали стекло, люди в белых халатах, на лицах светло. В лесу желтеют ели, пьют портвейн фотомодели. К ним губами прикоснулся, свет зажегся, я проснулся. Я проснулся в метро, где хрустали стекло, люди в белых халатах, на лицах светло. А в вагонах метро хрустали стекло, люди в белых халатах, на лицах светло. Весеннее солнце за нас. Килограммы долой вместе с грузом седой бороды. Я включаю в своей голове настроение джаз. Настроение джаз. Настроение джаз. Где уже?